А прямо сейчас в Казани-арене идет церемония закрытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills Russia 2019. В компетенции кондитерское дело нашу страну представляет мастер производственного обучения Чебоксарского техникума Евгений Краснов. Машины, колеса и даже гонщики – все как настоящие. Так сразу и не скажешь, что сделаны они из карамели. Тема этого конкурсного дня – «Формула-1» в честь тысячелетия гонки. So their goal is to showcase. Их задача – показать все свое мастерство. Таким образом, они должны поместить свою фигуру на определенной платформе. И также она не должна превышать определенного высоты. Если это будет выше, то они будут оштрафованы. Но главное – это соответствовать теме. Участники работают 4 дня, каждый день новые задания. Все они держатся в строгом секрете. Кондитеры узнают о них в последний момент. Скульптуры из карамели, торты, конфеты – все это умеют делать конкурсанты. Каждая работа – настоящее искусство. И, конечно, вокруг площадки ажиотаж. Зрители наблюдают за работой участников. Болею, переживаю. И, конечно, Россия вперед за победой. Нашу страну в сладкой компетенции представляет мастер производственного обучения Чебоксарского техникума Евгений Краснов. Женя с 2016 года – участник движения WorldSkills. В его арсенале медаль за высшее мастерство 5-го национального чемпионата. Да, в сборную попадают только лучшие по итогам отборов, различных отборов, различных срезов. И Женя показал наилучший результат. Поэтому очень болеем за Женю. Женя вообще большой молодец. У него очень высокая конкуренция в компетенции, в хорошем настроении, в полном ресурсе для того, чтобы выполнить все задания. Все участники съедобных компетенций напоминают рыбок в аквариуме. Все потому, что зоны их работы находятся за стеклом. Это сделано, чтобы ничего из постороннего не попало на площадку. Кстати, к участникам нельзя подходить, ничто не должно отвлекать их от работы. Но нашей съемочной группе удалось поговорить с Женей еще до начала чемпионата. Кондитерское дело – это искусство, ювелирные работы. Ты можешь творить, можешь придумывать, можешь собирать из того же самого шоколада высокие, большие скульптуры. Это уже ответственность не только за республику, но и за саму Россию. Посмотреть на работу участников могли все желающие. В столицу Татарстана приехали и школьники Чувашии. Мы приехали сюда из Новочебоксарска в Казань, чтобы поболеть за нашего участника. Я думаю, то, что он проявил себя очень хорошо, потому что он очень старался. Видно то, что он знает свое дело. Он очень хорошо себя проявил. Я думаю, Россия может гордиться за него. Я хочу дополнительную профессию кондитера. И мне было бы очень интересно узнать, как это все делается, как это все исполняется. Очень интересно смотреть, как они что-то жарят, варят, парят, что-то придумывают. Удастся ли Жене стать лучшим кондитером в мире, узнаем уже совсем скоро. На церемонии закрытия объявят победители всех 56 компетенций. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика из Казани.